В начале выпуска об авариях, которые произошли в республике за последние сутки. В 8 ДТП погибли 2 человека и 8 травмированы. Вчера в Цивильском районе водитель, управляя ВАЗом 99-й модели, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пассажир машины госпитализирован в больницу. 21 января в Канашском районе водитель КамАЗа сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась на месте происшествия. За двое суток инспекторы ГИБДД выявили более 20 водителей, управлявших автомашинами в нетрезвом состоянии.